Всем привет, дорогие друзья! После победы над Торпедо можно было ожидать двух вариантов развития событий. Продолжение победной поступи, серия из нескольких выигрышей подряд и возвращение в гонку за Лигу Европейские места. Или же с треском и совершенно по делу проиграть, чтобы не оставалось никаких иллюзий. Локомотив Божевич, разумеется, выбрал второй вариант. Причем сделал это с особым цинизмом, отыграв настолько плохо, что лучшим игроком матча стал Федор Смолов, который на фоне наших игроков смотрелся парнем из высшей лиги. Разве что Чурлука выдержал этот высокий уровень. Для постоянных зрителей наших обзоров мне почти нечего сказать нового. Матч с Уралом добавил материала в нашу копилку феерической игры пары опорников Тарасов-Фернандеш, из-за которой уральцы чувствовали себя вольготно на обеих половинах поля. Особенно понравился вот этот момент, завершившийся попаданием Подберезкина в штангу. Всего лишь 49-я минута, но после очередной отвратительной передачи Тарасова команда разделилась на два лагеря. Одна побежала назад спасать минимальный разрыв в счете, другая, в том числе и Самедов с Фернандешем, на это с досады махнули рукой и назад побрели пешком. Все более и более очевидны проблемы с дисциплиной в команде, и что особенно неприятно было в этом матче, так это более низкое исполнительское мастерство игроков Локомотива по сравнению с уральцами. Да-да, звучит странно по отношению к команде, зарплату которой можно покрыть зарплатой Фернандеша. Но Урал лучше контролировал мяч, лучше играл в одно касание, лучше и быстрее перемещался и реализовывал свои идеи. Пускай иногда мастерство и подводило, но все же было очевидно, что против нас вышла играть профессиональная команда. А вот про Локомотив, который уже матч в этом году, такого не скажешь. Перед нами типичный дворовый коллектив. Вратарь, который не может договориться с защитником, кто идет на мяч. Верзила, который ушел стоять в нападение и ничего не делает в ожидании передач. Водящийся чудак, который целью футбола поднимает в том, чтобы обвести как можно больше человек в центре поля. Парень, который больше всех лажает и при этом больше всех орет. В общем, вышли ребята со всего двора мяч попинать и делают это кто во что гораст. Первый гол Урала – это то, что просто не должно происходить в профессиональной команде. Гилерми и Чурлука прекрасно видели, что пас идет в никуда, соперников нет и играть по мячу не надо. Сам Михалик тоже вполне мог и должен был это понимать, но все равно пошел в подкат и срезал мяч точно в ворота. Идет всего лишь 6-я минута, команда уже потеряла концентрацию и никто никому не подсказывает, потому что всем давно плевать и на тренера, и на партнеров, и на болельщиков. И это мы еще не будем говорить о том, что примерно полминуты до того Урал перекатывал мяч, а Фернандеш безуспешно испытывал свою любимую технику бесконтактного отбора, вместо того, чтобы просто накрыть Сапету и изначально пресечь эту передачу на корню. Где же во всем этом роль тренера? Что изменилось в игре Локомотива после провальных игр с Мордовией и Арсеналом? Чему научила игра без Дюрицы против Динамо? Ничего и ничему. Разве что Мирончука увидели больше, чем на полчаса. Это уже великое достижение по нынешним временам. Теперь вот Михалик получил четвертую желтую карточку. Кого мы увидим в обороне вместо? Шишукова. А если не Шишукова, то Тарасова. А если не Тарасова, то, наверное, Павлюченко. Как подметил Макс Беляев, хорошо, когда есть такие универсалы в команде, которые готовы выйти и забить в свои ворота на 6-й минуте в безобиднейшей ситуации. Или заработать пенальти в свои ворота и красную карточку. В этой игре Урал гораздо ближе был к 3-0, нежели мы к тому, чтобы отыграться. Даже у Суперпава не оказалось супермомента для того, чтобы его запороть. Мы просто проиграли по всем статьям сопернику из подвала турнирной таблицы, который на данный момент играет в футбол лучше, чем мы. По игрокам сегодня коротко, потому что все, за исключением Чурлуки и в какой-то мере тех, кто выходил на замену, отыграли безобразно и недостойно футболок с буквой «Л» на груди. На Гилерме лежит львиная доля вины за первый пропущенный гол. Побежал за мячом, не удостоверившись, что все защитники понимают его маневр. Второй гол хоть и после выхода 1-1, но есть ощущение, что Гилерми и тут мог бы сыграть более удачно. Но зато пару раз подчистил за пределами штрафной и отбил удар в упор. Шишкин и Денисов отыграли одинаково и бесполезно в течение всего матча. Через фланг Денисова так вообще две самых опасных атаки Урала пришли. Зато Шишкин показал феерическое умение отдавать мячи Уралу, а Денисов хотя бы в штангу попал. Чурлука, пожалуй, единственный, кому нет вопросов, и оборонялся качественно, и атаки своим длинным пасом пытался начинать. Михалик же испортил себе карму уже на первых минутах абсолютно глупым и бессмысленным подкатом. Тарасов и Фернандеш полностью безоговорочно провалили матч. Потери обоих приводили к ужасным провалам сзади, потому что о страховке ни тот, ни другой не думали, а обрезов от обоих было более чем достаточно. Фернандеш вносил хоть какую-то изюминку в атаке, Тарасов же просто терял мячи. Кулитич вновь простоял на голодном пайке впереди в ожидании мяча, но ни Касаев, ни Самедов, ни Бусуфа нормально мяч в штрафную доставить не смогли.
Майкон и Миранчук заметно оживили игру в атаке, но и они не создали ничего путного в итоге. Павлюченко сыграл активнее Шкулетича, но также бесполезно. За окном наконец настала весна, середина апреля и прекрасная погода. Так стоит ли портить себе настроение за просмотром матча с Уфой? Или лучше поехать куда-нибудь в парк и хорошенько отдохнуть? Думаю, для очень и очень многих болельщиков «Локомотива» выбор окажется не в пользу любимого клуба. Мне остается только посочувствовать клубной пресс-службе, все титанические старания которой спустил в унитаз черногорский специалист. Слава богу, что можно спасать душевное равновесие просмотром матчей молодежной команды. Там сейчас начинает играть поколение 98-го года рождения, и мне кажется, у них большое будущее. Есть надежда, что пока они вырастут, что-то в этом прогнившем королевстве изменится. С вами был Тим, пока.